Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Рикан. Сегодня мы продолжаем игру Force of Nature. У нас на болотах оставалось 4 неоткрытых пещеры. Одну мы открыли, их всего было 5. Поэтому я здесь немножко запасся динамитом, как раз 4 динамита, да. И, в принципе, готов вскрыть все остальные 4 пещеры и немножко, может, даже поизучаем само болото. Как остров, да, как территорию. Потому что там мы один какого-то идола мы с вами нашли с помощью нашего шара магического, да. Я думаю, скорее всего, их будет опять же, наверное, ну, в таком же количестве, как и вот этих табличек каменных 5 штук, скорее всего. Ну, я так думаю, на самом деле не знаю. Что я сделал за видео? Я все-таки уже впервые переработал на мельнице, ну точнее мои призраки переработали на мельнице нефрит в порошок. Вот в такой нефритовый порошок. Я сделал листы, сделал сплавы. Дальше из всего этого я сделал нефритовый боевой топор. Потому что обсидиантовый ждать кувалду, там, да, булаву очень долго. Я не знаю, когда появится обсидиант, а сражаться уже нужно сейчас. То же самое сделал нефритовую лопату. Почему лопату и ведро? Потому что я посмотрел, в принципе, уже больше лопаты и ведра, ну, из обсидианта не будет. Поэтому, в принципе, это уже последний уровень максимально возможного, чего можно было изобрести, да. Поэтому мы сделали все, что сделали. В принципе, можно заморочиться, сделать сразу же и топор нефритовый с киркой. Ну, я думаю, это уже потом мы все это сделаем. Мне и моими остальными топорами с киркой неплохо работается. Поэтому еды у нас достаточно. Энергии достаточно. Ну, я... А. Вот, мы как раз взяли для телепорта вещичек немножко. Так, ну эта пещера у нас уже открыта. Это открыто, да, да. Теперь мы идем к следующей. И я думаю, где-то мы, наверное, вот эту пещеру вскроем. Я думаю, где-то здесь надо будет поставить еще один телепорт. Я думаю, это самая нормальная будет тема. Блин, надо было посмотреть, может быть... А, не, нефритового лука нету, там есть эти ж духовые трубки. Или как они правильно называются, с которых стреляют. Да, все-таки, когда рядом стоишь, у тебя энергия нормально забирается. Ну, в принципе, нормально, сейчас подхилимся, все будет окей. Надо немного в сторону все-таки отходить. Так, ну что, валим наших пауков, да. Просматриваем карту. Она все-таки отравил меня, ублюдочный. Ладно, сейчас подлечимся. Ничего страшного в этом нет. Иди сюда, куда ты убегаешь? Начал драться, значит, дерись.
Так, ну давайте через низ пойдем. Дернем через низ, посмотрим, что у нас там есть. А здесь... Не, я подумал, тупик. Тупика нет. Но есть куча вот этих уродцев. Ах, опять рванул меня, скотина. Не люблю, когда с той стороны вид. Я тут предполагаю, здесь какой-то будет босс, да? Скорее всего. И я думаю, босс будет в виде паука. Давайте еды подъедим, а то я смотрю, что-то нас тут подтрепали немного. Бля, 16 стрел осталось. Ну не убегай ты, маленький. Все, видишь? Все хорошо. Как-то 4. А, четверка, все правильно. Вырубить нефрит. Пока восстанавливается здоровье. А, здесь даже тупик у нас оказался. Все, окей, я понял. Возвращаемся назад. Раз такие дела. Да, в принципе, мы тут можем сразу его вырубить. Я так понимаю, нефрита вообще на картах здесь не так уж и много. Все. Этот получил по заслугам. Что, опять тупик? Нет, там какая-то херня. Или тупик? Да, тупик. Стой, а если набрать воды, интересно, здесь что? Какая вода будет? А, обычная сырая вода. Все, 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 она мне не нужна. Выкинем нахер. Так, сейчас пойдем в эту сторону, в оставшуюся. Будем смотреть, что у нас здесь. Подхавали. Надо было, конечно, стрелами немножко запастись. Куда ты убегаешь, а? Маленький. Куда ты собрался? А ну-ка, вернись. Так, нефрит сразу собрали. Грибы собрали или что это, я не знаю. Какие-то ресурсы.
которые нам необходимы. Мне кажется, там уже тупик. Хотя кто-то своими там ножками топал. Да, топает он ножками своими. Угу. Зеленый бегает. На тебе. Угомонись. Нихер за мной бегать. Посмотри, как они стреляют метко. Ну, такое впечатление, что он бегает и зовет их на помощь. Не, ну я скажу, с нефритовым топором, конечно, на порядок лучше стало воевать с ними. А, все, здесь тоже тупик. Ё-моё. Здесь точно никаких проходов нету? Вот, что это такое? А, это нихера. Это выбоина. Все, возвращаемся назад, я понял. Подхилимся немножко. Так, у нас остается 3 пещеры. Но это оказалось вообще маленькое. Мне кажется, в ту я намного дольше проходил. Хотя, может, здесь из-за того, что нефритовый топор, немножко быстрее я начал врагов валить. Посмотрим, как оно дальше пойдет. Так, идем дальше. Можно рвать ее. Давай отойдем. Чтобы пулечку свою не тратить. Пусть оно там взрывается само. Сейчас зайдем в эту. И там уже на второй пещере мы, в принципе, можем телепорт себе поставить. Вот тут это привидение будет перерабатывать у меня. Долго нефрит. Они и тот перерабатывали, ну, значительное количество времени. С одной пещеры. А сейчас как раз 4 пещер. Я думаю, на порядок так дольше будет. Так, еще одна статуэтка под землей. Вот, конечно, было бы нормально знать, сколько их вообще всего здесь на карте. Сколько мне их нужно найти. Допустим, класс я нашел, да? Опа, там сколько? 2, 3, 4, 5, все. Больше искать не надо. Давайте нефрит тогда сразу-то будем. Так, получается, оно у нас находится в третьей пещере, да? Да, оно, в принципе, отображается. Но я не могу ни разбить, ничего не сделать. У меня даже динамит сейчас есть, я не могу даже динамитом взорвать. Подкопать. Тихо, тихо, ты чё? Ты че лопатами разбрасываешься, дурачок? Вообще больной, что ли? Все, погнали. Все, вырубаем нефрит. И идем в четвертую пещеру.
кстати, может и никого и не будет. Может, никаких боссов не будет в пещере. Может, это я так думаю. Все, покидаем эту пещеру. Здесь уже нам делать нечего. Хотя, ну, мы как раз вот в нее и вернемся. Потому что там остался какой-то алтарь. Очень такой интересный. И что с ним делать, я думаю, мы узнаем в скором времени. Так, открываем картечку нашу. Все, побежали, побежали дальше. Да, здесь ресурсов в виде леса и камней просто немереное количество. Так, что у нас по карте? По карте мы где-то здесь посередине получаемся, да? Давай здесь построим телепорт. Сейчас наши призраки сделают телепорт. Мы взорвем вход и пойдем в пещеру. Интересно, здесь в пещерах здесь появится что-то тоже наподобие алтарей вот этих. Мы ту загадку долго разгадывали, а тут теперь еще и эту нам надо будет разгадать. В принципе, магическая сфера как бы сработала. Да, вот она, видите, показывает все-таки, где есть какие-то очень важные предметы. Главное не забывать это. Все, у меня стрел нет. Нет у меня стрел? Нет у меня стрел. Поэтому валим вручную теперь. Сам виноват, что не сделал стрелы. Теперь буду мучиться так. А в принципе, что тут мучиться? Враги тут, ну, относительно слабенькие. Да, посмотрите, там все дальше и дальше. Так это мы еще не смотрели, куда тот дальний вход идет, нижний. Очень даже интересно. Да, все, мы пришли в тупик. Ну ничего. Увидели, посмотрели. Да, ну видите, здесь получается есть только три вида пауков. То есть пауки, которые кусаются ядом, пауки, которые бросают сети, и, ну, скажем так, боевые какие-то пауки, да, которые непосредственно клешнями тебя просто берут, атакуют. Я не удивлюсь, если здесь уже тоже сейчас тупик будет. Забираем нефриты. Так, кстати, мы там ничего не пропустили. Ну, вот и посмотри, какая глубокая, какая длинная. Нет, здесь мы ничего не пропустили. Восстанавливаем немножко хилку нашу. Я думаю, это, скорее всего, уже будет финиш. Не-не-не, тут ты не то бьешь, дружок. Угу. Стоп. Чипсы. Нет, тупика здесь нет еще. Смотри, здесь есть выход. Выход куда? Выход, походу, в пятую пещеру, да? А как там может быть выход, если сам вход не расчистили, завал? Опа, мы оказались вообще совершенно в каком-то другом пространстве. Юпины. Вот, вот получается. У нас есть какой-то рубин появился. Ну, я думаю, эту карту мы будем изучать потом. Эту карту мы изучим потом. Смотрите, здесь даже такое ограждение интересное сделано.
в виде, как забор сделали, да? Наверное, спецом для меня. Чтоб я прорубил какие-то деревья. Я, честно говоря, думал, что эту часть мы будем изучать потом. Мы все-таки, наверное, вернемся и изучим, наверное, пятую пещеру, потому что, ну, я приблизительно понимаю, что, скорее всего, то, что мы увидим вот в этом месте, будет являться боссом. На данный момент нам сейчас босс как бы не интересен, да, нам сейчас интересно пройти пятую пещеру, посмотреть, что в ней мы можем собрать. Ага. А мы, в принципе, назад вернуться то особо можем только. Ладно, давай вернемся в наш основной лагерь. И потом с помощью телепорта перенесемся. Сейчас немножко разгрузим свои ящики. Кстати, сейчас вот разгрузим. И пусть наши призраки берут и перемалывают обсидиант. Ой, нефрит. До обсидианта нам еще как бы очень далеко. Так, и здесь то же самое делаем. Все, это мы сделали. Кстати, на болотах мне надо было копнуть, посмотреть. Мне очень нужен ил для исследования новых каких-то там предметов. А, для постройки даже стола, где семечки изготавливаются. Семена, где изготавливаются. Мне нужен ил. И на болоте мне надо его где-то сейчас будет копнуть. Ставь. Давай прячем все сюда. Ну, у нас какой-то болотный укроп появился. Вообще у нас болот столько всего появилось. Так, грибы сюда, сюда, сюда. Паутины тоже. Сундук. Ну, давай что ли сюда перенесем. Так, что нам нужно? Нам нужно... В принципе, у нас тут все и есть. Ну, давай упаковку чипсов возьмем. Картоха есть. Все, больше ничего не требуется. Полетели. А, стопы. Я стрелы хотел сделать. Стрелы. Мне нужны осколки. Мне нужны, кажется, ветки. Я делаю самые обычные каменные стрелы. Да, я понимаю, у них урон поменьше, но я особо этим не заморачиваюсь. Поэтому здесь мне нужно 5 веток и ветки и перья. Потому что, ну, реально крафтить из нефрита... Ну, это разве что можно какого-то босса. А так по 10 стрел ты сделал, они тебе копейки выходят, и ты ими фигачишь, тебе пофигу. И давай, где у нас там есть перья? Перо. Изготовить. Все, они там по 10 штук делаются. Сейчас немножко они изготовятся. И можно будет бежать. Остальное там уже доделают наши профессионалы. Можно будет потом сюда сбросить. Но в любом случае, хотя бы сотню стрел надо будет сделать. Потому что вот эти пауки, которые... с дальняка стреляют. А вот, кстати, смотрите, вот двуствольная духовая трубка делает 2 выстрела за раз. Но опять же, смотри, получается 6 урона, это 12 урона я наношу,
А остальным луком своим я наношу 25 урона. Скорость атаки 0,9, здесь 1,3. Ну да, оно быстрее. Ну, не знаю. Вот, нефритовый лук, когда изготовим, алхимию, когда изучим, вот там уже 40. Вот, нефритовый лук я не буду ждать обсидиантовый, я в любом случае нефритовый закрафчу. Ну, а потом, естественно, мы уже закрафтим и обсидиантовый лук, самый лучший. Так что, а, все, стрелы есть, все хорошо. Давай поставим еще крафтить, пусть они крафтятся. Я думаю, призраки там уже сами все сделают. Стоп. А мы с вами убегаем. Блять, как я глупо поступил. Мне ж надо было там сделать телепорт в той пещере. Это теперь опять ее всю оббегать надо. Твою мать. Ладно, херня, переживем. Так, смотрим. Это мы в этой пещере как раз были, да, в четвертой. Ну, давай назовем болото 2. Болото 2. А, это тот мусор, который... Не могу я мусор так оставлять. Наверное, нам надо его все-таки поубирать за собой. Мы все-таки в лесу находимся. Собака, как его тут много. Вот это ты, Андрюха, нарубил тут. Ну, как бывает, приходишь в лес, да, смотришь, а люди вот столько мусора понабрасывали, думаешь, твою мать, неужели тяжело было с собой собрать все это? Ведь вы в следующий раз придете, посмотрите, а тут везде мусор валяется. И даже самим не захочется сидеть. Конечно, вам не захочется сидеть, конечно, вы пойдете искать какое-то новое место, где чистенько, где убрано. И там вы опять после себя все насрете. Ненавижу таких людей. Я думаю, нам здесь телепорт делать смысла нет. Зажигаем динамит. И исследуем последнюю, пятую пещеру нашу. Такой звук не привлекает внимания наших костлявых друзей. Я даже удивлен. В случае все ресурсы собираем, ничего не оставляем. Я думаю, она нам там в любом случае на базе пригодится. Беги, беги, беги ко мне. Скучали за мной? И я за вами.
Все. Теперь вы не убегаете? Как это спрятать? Чипсы. Восстанавливаем энергию. Здоровья у нас пока достаточно. Здоровье пока не трогаем. Я сейчас не успею дорубить. Кто-то сейчас прибежит ко мне. Какой-то мой молодой и юный друг. Да, он меня собака укусил. Но эти зеленые хоть не убегают. В отличие от этих синих, конечно. И за ними бегаться. Бегать, гоняться. Как раз тебя в это время кусают другие. Дайте дорубить, пока не трогайте меня. Чем с пауками еще классно, конечно, сражаться, тем, что у них нету щитов. Я не буду за тобой гоняться. Энергия. Давай, давай, давай. По плюсу. Эти ребята нормальные. Опа, все. Вот мы и дошли до тупика. Вырубить обсидиан. Ой, блин, нефрит. Че обсидиан? Так, 16 уровень. Одно очко навыка. Да, видишь, здесь получается везде пещеры короткие. Укусил меня таки ядом, да? Ну да ладно. Укусил так укусил и сам умер. Стоп, стоп, стоп. Не все забрали. Я вижу, что все.
Ну давай посмотрим, кто сильнее. Кто сильнее? Все, тупик. Да, видите, то есть получается вот эти вот коротенькие шахты все были. А четвертая как раз шахта нас вывела ровно на босса сразу. Ну как она не сразу на босса вывела, я прекрасно понимаю, что там, чтобы обойти ту территорию, нужно потратить тоже немалое количество времени. Скорее всего, где-то будут какие-то пасхалки находиться, которые надо будет найти в любом случае. Посмотрим. Посмотрим, где там что спрятано. Каменная стрела готова. Там призраки мои до сих пор продолжают крафтить шмот. Ну, молодцы, молодцы, ребята. Что я могу сказать? Молодцы. Ты просто не могу прорубить никак. Кстати, ил. Вот что мне нужно было попробовать, ил. Я могу здесь? Да, вот он, ил. Отлично. Вот. Это как раз то, что мне необходимо. Блядская змея сзади подползла, ты представляешь? Там, кажется, много ила надо было, там около полтинника, 50 или 60 ила. Сколько у нас? А, у нас уже тут нормально. Подсобирали мы. Не сиделось вам там на месте, да? Так, а что у нас вообще по карте получается, пока там энергия восстанавливается? Сейчас подхаваем немножко. Да, было бы, наверное, неплохо кружочек вот такой вот сделать, все-таки описать. И здесь описать полностью. И уже от этого круга находить вот эти вот ачивки, вот эти вот статуи, которые нам в любом случае понадобятся. Я не знаю пока как, для чего их использовать, но они нам нужны будут. Да, вот копаю. Твое дело пока копать, товарищ. Так, ну что можно из этого... Какие можно сделать из этого выводы? Я думаю, скорее всего, вот эти идолы, они есть. Ну, по-любому, где-то один есть по центру, мне кажется, да? Это уже раз, два. И в пещере третьей, которую мы нашли, да? Один, по-любому, где-то в центре есть. Ну, я больше, чем уверен. Это четыре будет. И один, возможно, даже на той карте, на новом болоте находится. Поэтому смотрите, в принципе, мы как бы болото с вами уже исследовали. Пещеры мы полностью все открыли. На ту новую карту с болотом мы уже пойдем в следующий раз его полностью исследовать. Все, поэтому всем пока, ставим лайки, подписываемся, комментируем.